Вальф сбрасывает его из-за боковой. Яковенко с мячом. Навесная передача в штрафную площадку. Кто будет бить? Отлично! И, наконец-то, Александр Заваров добивается успеха. Вы знаете, я так переживал за Александра. Он в первом тайме создал много моментов и сам бил по воротам. Но не удавались ему завершающие удары. А сейчас стремительно среагировал на эту передачу. Вот вы посмотрите.